Да, ребят, это, конечно, не эндуро. Не так я себе представлял эти скачки по волнишке. Вот сегодня целый день у меня догонная волна. И когда я глиссирую, мне кажется, я просто лечу, а не иду по воде. Пятая точка, так бам-бам-бам. Тут, конечно, физуха нужна. Не как у диванных экспертов или лухарей, обзорщиков, катеров и яхт. Да, это прям такой трофи-рейд, ралли-рейд, когда ты несешься постоянно какие-то ямы, ну, на мотоцикле, а параллельно ты еще объезжаешь вот так вот сети, которые здесь просто везде. Я просто иду и вот так вот, потому что я иду не по судовому ходу, потому что там, вот там, там вообще волна другая, там и по 2 метра разгоняется. Я прижался ближе к правому берегу, вот сейчас иду между Ульяновском и Тольятти. И вот встал водоизмещающий режим, потому что моя спина стонет уже, говорит Андрей. Где диван? Где бокал вина? Почему ты так насилуешь свой организм? Ради чего все это? Вот, наверное, ради того, что хочется доказать себе самому, что есть еще порох в пороховницах, и что ты мужик, и ты еще готов на подвиги на какие-то. Но лично для меня это подвиг. Местные рыбаки, конечно, посмеются, скажут, да мы каждый день по такой волнишке ходим. Тут я заметил по правому борту, по правому берегу очень интересный рельеф. Здесь вообще песка нет, здесь исключительно щебень. А когда ты проезжаешь как населенный пункт, у них все очень жестко укреплено прям такими этими бетонными сооружениями, ну такие типа бетонные ежи. Потому что, я так понимаю, тут как раздует ветерочек-то, тут и может быть волна и до 3 метров разогнаться. Ой, парни, пожелайте мне удачи. Сложно сегодня.